Теперь о серьезном. От ВИЧ не умирают, умирают от СПИДа. Это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции. Но у каждого есть шанс не дойти до нее. По крайней мере, в России всю помощь ВИЧ-инфицированным в нашей стране оказывают бесплатно. О том, как остаться здоровым, если статус плюс. История реальных людей в совместном проекте «Лайф» и Министерства здравоохранения России. Ну, о своем ВИЧ-статусе я узнал не так давно, это было чуть больше, чем полгода назад. Я отправился с друзьями отдыхать на шашлыки, в итоге мы попали под дождь, я простудился, пошел к врачу. В обычную поликлинику, записался к терапевту. Он мне выписал направление на все необходимые анализы, вот, и включая предложил сдать анализ на ВИЧ. Тест у меня получился неопределяемый и направление в спеццентр. Вот тут, конечно, все. Так сказать, врач поставил точку. На всех моих каких-то надеждах, ожиданиях. Тут все, ВИЧ-инфекция. Сразу. Он мне что-то еще объяснял. Я в тот момент, конечно, уже... Я не помню, что он мне рассказывал. Он что-то пытался объяснить, но уже не о том совершенно думаю. Почему я? Почему это именно со мной случилось? В моей жизни никогда не было наркотиков, не было каких-то беспорядочных половых связей. Они по-разному себя называют, там, про мистификацию, еще что-то. Вот на сейчас я могу, например, видеть уже сразу же 5 групп, в среднем количество участников есть и 15 тысяч. То есть это огромные группы. И среди участников групп уже много людей, которых нет в живых. Люди, когда умирают или когда они, например, наконец-то понимают о том, что ВИЧ-инфекция существует, их блокируют, но не дают им возможность выйти оттуда. То есть они остаются и пополняют просто тупо количеством. Среди моих друзей, вот в этом году я похоронил 2, один из них был ВИЧ-диссидент. Я, благо, не поддался СПИД-диссидентству и не начитался, опять же, да, там никакой информации подобной. Но я доходился до состояния почти равное СПИДу. Я долго принимал диагноз. Мне была сказана фраза такая: приходить через 3 недели. Я услышал вместо 3 недель 3 месяца. Ну, мой страх мне сказал, ну, типа, окей, 3 месяца, еще что, потом приду, подсудимся с врачом. Через 3 месяца, там, я подумал, ну, ладно, у меня сейчас университет, я сейчас занят, как бы, что я буду об этом, зачем я буду сейчас об этом думать? Ну, там, еще дойду. Я находил 1000 оправданий. Естественно, как бы, придя в спеццентр через 7 месяцев после постановки диагноза, на меня наругалась врач, была абсолютно, ну, как бы, честно, искренне, она испугалась за меня, потому что, как выяснилось, у меня уже было 50 клеток, не хватало до стадии СПИДа. Лет и умереть? Нет, ну как-то некрасиво, не камильфо. Вот. Естественно, я начал принимать терапию достаточно быстро. Да, первый месяц был тяжело, потом мне поменяли препараты, и вот я перед вами. Я вернул свои 10 килограмм, у меня больше нету тех жутких спазмов, которые происходили постоянно. То есть мышцы, ног, рук, все у меня это было. Узнала я в 2005 году, когда была беременна старшим сыном. То есть на 6 недель беременности, чем раньше, тем лучше, пошла вставать на учет, там анализ на ВИЧ. Пришел положительный анализ, я даже не поверила, я была уверена, что это ошибка. Пересдала, через 2 недели пришел опять положительный анализ, то есть, ну, так у меня и появилась ВИЧ-инфекция. Об аборте не было даже разговора, потому что ребенок это был единственный, наверное, на тот момент вообще какое-то спасение, там что-то, да, то есть депрессия, которая там у меня была, ну... Ну, тяжело, это страшно, конечно, когда вот это принятие идет. То, что я запомнила очень хорошо, что очень дорогое лечение, я так поняла, что мне их нужно будет покупать.
отказывала себе вот, ну, буквально вот во всем, то есть там даже в яблоках отказывала. Все эти деньги скапливала, чтобы купить эти препараты. И когда я пришла, мне их дали бесплатно, я была очень удивлена. Ребенок родился здоровым, нагрузка у меня была неопределяемая, но я была очень приверженная к лечению. И во время беременности, например, препараты, которые, да, я их, ну, не чувствовала. Если человек хочет лечиться, он будет лечиться. Если сделать все правильно, следовать предписанию врача, ребенок будет здоров. Ну вот мы планируем еще третьего, может, через годик, через два, может... максимум. Получил ВИЧ-статус, узнал номер телефона консультанта Кирилла. Вот. Мы с ним начали общаться, я начал посещать группы взаимопомощи. Я стал более общительным, я стал больше гулять, куда-то ездить, чем-то заниматься. Вот. Загранпаспорт, кстати, делаю первый раз, у меня его не было. Что касается именно мечты какой-то большой на будущее, то... это, наверное, семья. Вот, найти человека, с которым будет хорошо. Семья, дети. Мне кажется, это здорово. Я не скажу, что жизнь там с ВИЧ-инфекцией абсолютно, вот вообще абсолютно ничем не отличается от жизни без ВИЧ. Нет, отличается, но это будет нечестно, если я скажу так. Но с ней можно жить, как и с любым хроническим заболеванием, если следить за собой. Будет жизнь прекрасной, ты будешь себя прекрасно чувствовать и действительно прекрасно жить.